Сегодня в восточной части Японии произошло мощное землетрясение. АЭС Фукусима Даити в критическом состоянии. Господин президент, ситуация крайне серьезная. Предупреждение о мега-цунами. Восстановят подачу электроэнергии, ядро расплавится. Расплавится? Необходимо как можно быстрее стравить давление. Кто-то должен пойти в зараженное здание реактора. Уровень радиации высокий. Нужно решить, кто пойдет. Кто готов добровольно, поднимите руку. Я пойду. Я тоже. Я тоже. И я тоже. Они там жизнями своими рискуют! Может в любой момент взорваться. Я тут родился и вырос. И сделаю все, чтобы спасти город!